Ребят, вы увидели угол, из чего он стоял. Что мы делаем дальше? Мы берем просто лист бумаги, мы берем линейку и берем ручку, которую мы начинаем вытворять в жизнь то, что вы хотели, что захотела, скорее всего, ваша женщина. То есть это будет шкаф либо под обувь, либо под одежду, может под шапки. То есть все, что она захотела уместить в этот шкаф, мы будем рисовать, чертить на листе бумаги. Абсолютно не нужен никакой дизайнер, нужны просто ваши руки, ваша голова и женщина, которая будет рядом и будет вам говорить, что она хочет. Поэтому после того, как мы замерили в коридоре все размеры, вы замерили верхнюю одежду, обувь, размер, посмотрели, чтобы все шкафы закрывались, чтобы они не выпирали, не закрывались. То есть все размеры вы эти взяли рулеткой и замерили. После чего мы переносим это на лист бумаги. В дальнейшем это будет, ну, наверное, ваш чертеж и дизайн-проект, тот, который вы хотели изготовить.